знімати. Бо тут дуже, дуже красиво. Нічого, зараз ми щось побачимо. Це ми йдемо через зарослі скумпії. Але зараз побачимо. О! То вишка МТСовська чи... А, Київстарівська. То. На Прилєсному. Зараз відкриються нам кремінські ліси. Це креміна і її ліси. Сосна ближче до дінця. Тут всякі там дуби. І якісь птички шпингеляють. Ось так ми їдемо. Это Карл выбрал тропинку, говорит, сейчас мы доедем до какого-то профилактория. Вот мы едем уже таким образом полчаса и никуда не уехали еще. Не то, что не приехали, а даже не уехали с того места, где мы стартанули. Хитрые. Сегодня кормила, я тебе переношу. Триатлон тут. Плавание, бег с препятствиями. Сегодня мы едем новой дорогой, новым путем. Внизу вот этих меловых гор. Между горами и Донцом. Обычно мы вот там вверху едем, выходим на эту вершину посмотреть, полюбоваться красотами Кременских лесов и реки. Ну а сегодня у нас немножко другой маршрут, немножко другие пейзажи. Успел. Раздразнили собаку и убегают. Побывали на водозаборе, а не, на турбазе. Сторож где-то пропал, пришлось самим проникнуть и напиться воды там. Дальше опять горы, подъемы, тяжело. И солнышко разыгралось, небось за 30 уж. Где-то на этих холмах была ставка последнего хана. Золотой Орды, наверное, вот здесь. Улубека, Узбека, как его только не называть.